Что сказал иранский мальчик, когда подошел к американским солдатам? Заходит грустный еврейский мальчик на кухню. Здравствуйте. Распеваюсь, понимаете ли, перед шуточками. Давненько нас не было, давненько мы не шутили. Я отдохнул, на самом деле мне так плохо, ребята, пожалуйста. Нет, со мной все хорошо, не надо меня спасать, но если можете, пожалуйста, спасите. Чувствую себя последнее время не очень, я не умираю, но... Я умираю. Шучу. Такая специфика канала. Здесь я, Владимир. Какого хуя не Владимир? Здесь я, Олег и Владимир. Он, который голос такой дубильненький на фоне читает тоже шуточки вместе со мной. Ваши, которые вы оставляете в комментариях нам на оценку, на посмеяться, ну и просто провести время. Тут никакой политики, никаких принадлежностей канцелярских. Ну вы поняли, у нас тут чисто дебилизм конкретный. Поэтому иди катать его на... Приятного просмотра. Кстати, ребят, кто угадает слово, тот получает 12 миллиардов гривен на свой счет. Гандон. Пишите, что вы услышали. Я знаю слово, Олег, я сейчас получу деньги. Так, хорошо, давай на ЦУЕФА, Вовчик. ЦУЕФА, я выиграл, начинаю. Мучачос Фред. Ну вот этот мой любимый контингент персонажей Анономус. Как называется могила из двух негров? Твикс. Пожалуйста, лайкайте это видео, отправляйте, заливайте его везде, потому что, как вы поняли, с первой шутки никакой монетизации, блять, и вообще не будет. У меня новая фишка, мат запикивается автоматически, гандоны. У меня тоже. Хуй. Эрр, Саня. Что на аватарке? Похуй. Это живая Беларусь там. А! Я подарил ей 1000 жизней, а она... Она выплюнула. Кстати, ребят, если вы тут, только, если, ага. Ну, если подошел, так уже и, блядь, так оно, а пошли, реклама, ебаный в рот, хочешь удвоить стоимость своего инвентаря? Вау, это ненормально, заходи на bestgold.net, открывай кейсы из новой линейки, получай крутой дроп и удваивай его, вау, подбросив. Спасибо, Олег. Опа, два шикарных скина. Попробуй сам. Я уже иду. Вводи мой промокод, который есть на экране и в описании при пополнении. О, да, и получай бесплатный кейс из новой линейки и плюс 15% при пополнении баланса. Это невероятно. Tasty Go, в два раза больше скинов в твоем инвентаре. Граждане, ссылка есть в описании. Всего хорошего. Ой, блядь, Сережа, блядь, на паспорт там ебанулся в профиль. Ты чё за страна, где в профиль на паспорт фоткается, блядь, Зимбабве. Ебало, поверни. Да, сюда, глянь, блядь, Сережка. Петька объелся гороху и пердит всю ночь. Василий Иванович терпел, да под утро сунул Петьке шланг в зад, а другой конец в окно вывел. На утро просыпается, шланга нет. Петька Корчевская... Петька Корчевская... Блин, да! Олег! Я поляк, ля-ля-ля-ля. Петька корчится и охает. Ой, Василий Иванович, что-то зря я гороху столько поел. До сих пор хреново. Ночью он вообще так перданул, что кишка в окно вылетела. Чуть не сдох, пока обратно засовывал. Ёбаный рот. Шиш, ну я надеюсь, там 4 метра было. Тоже буквально вчера гороха свежего, короче, понял, наверное, 0.5 кило сожрал. И думаю, это стереотип, от гороха никто не пердит. Я так, я, короче, пропоню, я чистые белые трусы купил. Я под утро смотрю, а там просто страх и ненависть в Лас-Вегасе вообще. It's Dark Lord. 4 weeks ago. У нас YouTube на английском, потому что мы из Америки. Yeah, thank you for my comrades. Yeah, nigga, сынок, почему у тебя руки в мозолях? Хуй знает. Да, мать твоя ш... О! Надеюсь, ты сказал шоколадка. Шоколадная, я сказал, да, я хочу... Фурус. Шутка. Все надо делать с юмором. Сказал палач, рубая голову дольками. Ты еще так по-украински сказал, рубая, бля. Ну, а я шо, я кто, по-твоему? Ну я кто? Ну кто я? Кто я?
Президент України. Президент України. Блядь. Хохли мислят одинаково. Феноме НП. Шутка. Как называют камеры в тюрьме, в которой сажают плохих игроков? Роковые клетки. Я за такое, если честно, твой Simple Dimple был... Йофи-тофи, там просто... Йофи-тофи, анекдот. У чувака, работающего на пилораме, остался только большой палец на руке. Его все так и звали. Валера, все заебись. На батя Валера. У него все заебись. Не уверен. Quizzy. Такой, блядь. Стинки. Так, что ему выпить на этот раз, Олег? Поскольку мы долго отсутствовали на канале, мы придумали очень много вариантов, что вам можно выпить. Мочи, бля, пойди попей, бля, ебанутый. 30 и 20 хейтов на магазин. Зацени это, чего шашка висит. Анекдот. В семье каннибалов произошел диалог. Мам, я хочу съесть афроамериканца. Сынок, ну ты же знаешь, что шоколадка только после еды. Блин, честно, я бы хотел вот так вот, блядь, Джорджу Флойду в последнюю секунду, если бы, возможно, я бы ему анус подлизал, последние бы дольки метамфетамина вылезал с него. Возможно, сейчас бы экономика была в порядке, а президентом США не был бы белый долбоебский дед. Нахуй белых, сука, нахуй белых. Мы кто? Мы ниггерс. Да. Граждане, соблюдайте дистанцию и сосите ближайший хуй. Пожалуйста. Этот выпуск будет называться «Заглотнули ваши шутки». Иван Остроучук. Сидит дед-мудрец на горе. Подходит к нему мужик и говорит: «Вам уже 120 лет, как вы так долго живете? Я просто никогда ни с кем не спорил». Но это же невозможно. Возможно. И сдох дед. Ой, у меня радио тут. Что это, старые добрые немецкие песни FM? Кто любит украинские песни, подписывайтесь в мой паблик ВКонтакте, пожалуйста. Там мемы, приколы и живое общение с людьми. И каждое воскресенье в 12:00 вы не выигрываете нихуя. Лэри Джонсон. Ты чего весь в синяках? Да вот бумеранг нашел. Так выкинь его. Да на, блядь, сам его выкинь. Лэри Джонсон, я тебе знаешь, что могу предложить? Я могу предложить тебе таблетку. Ай, вы не знали, сегодня гость шоу Трил Пил. Поработай в пастере, бэйби. Подбрось монетку. Музыка через 40 лет. Копалур. Шутка, какой у вас уровень английского? Ну, я могу садить бисексуала. В смысле? Эй, би, сиди. Это на самом деле только для гениев. Кто не понял? Эй, би, сиди. А так хуй вообще, блядь, понятно стало, пиздец. Пошел-ка я нахуй. Пожалуйста, stand by and shish. Mac has майонез. Смех. Что сказал иранский мальчик, когда подошел к американским солдатам? Разрывная! Минуту молчания все из иранских детей. Тот самый Олежа. Ты что, охуел? У нас есть только один тот самый Олежа. Вот он сидит сейчас со мной. В конференции. Да, так что меня ник собака, бля. Создатель Тетриса срет в деревенском туалете. Полгода срет. Вот срет. И думает, надо бы яму вывести. Открывает место. Бля! Создатель Тетриса срет в деревенском туалете. Полгода срет, год срет. И думает, надо бы яму вывести. Открывает, а там пусто. Бля, Вовчик, вот надо нам как-то локальный выпуск записать, чтоб я тебе в случае плохой шутки перцовкой ёбнул. Ой, нахуй. Пошел я нахуй. Ну, Вов, вернись, ладно, я бы такого не сделал. Ты уверен, бля? Мне кажется, мы с удовольствием. А я сейчас в руках просто держу. Доктор Тирос или Терос. Ну, ты знаешь, что склонение пиши и ударение. Я в школе учился, я знаю, что говорю. Ты математик, дурачок. Шутка. Какой детский кружок самый популярный в Чечне? Вырежь ты мою семью, сука. Не надо. Quick. Quick, шутка. Как называется момент, когда Как называется момент, когда дергается глаз? Дискотека века. А ты знаешь, что Зеленский может, как это, профессор Ксавьер, на кресло садиться, к голове прикасается, и он чувствует всех хохлов.
Я не знал. Ну не зря за него голосовал, видимо. Жук. И там просто собака такая, я пёс. Какая собака? Это муравей, блядь. Это вообще муравей? Ну приблизь. Да. Почему в африканских учебниках мало страниц? Ха, в них нет воды! Там же люди мега умные, прям пиздец. Головы чё большие, вы думаете? Блин, а знаешь вот этого тиктокера африканского, как же его, Денчик зовут, такой беззубый, который говорит, кто меньше спит, тот знает, может быть, что ж вы делаете? Хороший тиктокер. Нет, это в смысле слово в слово. Ты будешь читать сегодня, или ты забыл? Да, я уже собирался! Филин кличка. Джо Шутка. Шахта. Все шахтеры жуткие расисты. Начал у них работать негр. Шахтеры. Вот это нормальный парень. Со стажем. Наш сосед. Джоук. Я собираю марки. Я собираю марки. Ах ты сука такая. Я собираю марки. Я собираю копейки. А я монеты. А я мусор. В смысле? Предъявите документы. Вот это соседушку я бы такого не хотел, пиздец. Я машину недавно завожу, она мега громко у меня. Ко мне сосед подбегает и говорит, ты чё, охуел? Смотри, куда едешь, блядь. А я, если чё, ещё не тронулся даже. Dead Insider. Когда она мне сказала, подумай о детях, у меня встало. Run, Pipe, Play. Шутка. Что говорит африканский ребенок зумер, когда его мучает жажда? Хочу поп-ить. Ши-ши-ши. Ой, чё, я не то нажал. Ши. Эмили Гейн. Шутка. Как называется кекс с двумя лесбиянками во время месячных? Переливание крови. Эмили, я заподозрил, что эта шутка уже была, поэтому для тебя, слушай, есть идеальный вариант. Идешь в отдел посуды в любом супермаркете. Ножи. Обычно они заточены. Меня это, кстати, пугает. Открываешь и вот так вот в рот. Вот так. Олег, сосёшь ты необычайно много сегодня. Ну, я не знаю. Я чувствую себя. Я артист. На тебе костюм ютубера, да? Как на Моргенштерне костюм рэпера. Да, да. Видимо, мой костюм состоит из того, что я просто... Анна Фур. Шутка. Сынок, купил тебе новую Call of Duty 2000... Где как там 2000, блядь? Сынок, купил тебе новую Call of Duty в 3D. Но папа, это же авиабилет в Сирию. Так ты определись уже, любишь воевать или нет? Да, я всю жизнь тут живу, блядь, на бета-тесте там сраном. Battlefield, ребята, скоро новый. Вот такая игра будет. Тещу, блядь, 8-й год уже. Для новых зрителей, кто не понял, я с Донбасса. Мистер Лимон, галочка чек. Штирлиц зашел в дом, там дуло. Он закрыл окно, дуло пропало. Услышал выстрелы, вышел на улицы, там темно. И он выстрелил вслепую. Слепая упала. Он побежал в припрыжку, в припрыжке его ждал Мюллер. Пошел он дальше, видит дупло, смотрит туда, оттуда глаза смотрят. Дятел, подумал Штирлиц. Сам ты дятел, подумал Мюллер. Похититель майонеза. Это я, блядь. Я за майонез убить. Шутка. Ма, у меня температура 40. Как? Было же 36,6. Но я округлил. Бля, я, короче, в детстве тоже, когда прогуливать школу хотел, и под батарею, типа, ложил градусник, и бабка приходит, говорит, ну-ка, доставай, сколько? А там, понял, до пика ртуть дошла. Она говорит, ну ты уже умер, как 20 минут. Я еще просто кетчупа дохуя в рот заливал и говорил, что у меня стоматит. Феликс! Two weeks ago, аниме в повязке, правильно? Носите повязку, хуля вы как дебил. А то есть, дебилы, я запикал, а хули оставил. Нацистский джоук. Приходит еврей в аэропорт. Откуда прибыли? А он в ответ. Какие прибыли? Одни убытки. Это хорошее. Хорошее. Феликс, нормально ты сделал. Да, Феликс. Поэтому сегодня можешь подойти, поцеловать маму и сказать, мам, мы знамениты. Кузьменко!
Папа, меня усыновили. Нет, сынок, но мы не теряем надежды. Отлично, отлично. Охуенно вообще. Кузьменко, ну хорош, ты получаешь кубок светлой мочи. Это значит, что ничем не болеешь. Пакет с калом. Анатолий Сокол, и там просто мяу, киса. Этого, о, я твой тиндер-страхер. Я бы просто на курсы залез и подергал бы там за все. Пожалуйста, сенпай. Изучая язык викингов, можно собрать супер заклинание для призыва орды картавых. Чилл. Нейросетевый, мемный. Зашел такой в туалет, а там надпись. Из тебя ничего хорошего не выйдет. А мне так это самое замечательное, что может из меня выйти. По воскресеньям, каждое воскресенье, читаем ваши шутки. Один фраг, одна шутка. Во четверги иногда бывают дополнительные ролики, а иногда они переносятся на воскресенье. И если вы их не смотрите, вы полнейший Silent Base. Шушная шутка. Будьте осторожны, в драке люди, играющие в бильярд, бьют по шарам. Так выделил, пидорас. Бьют по шарам. О, я помню, мы в русский бильярд играли, первый мячик закатился через час, бля, я вообще охуел, бля. Ты играл в русский бильярд? Нет. А ты вообще не шаришь? Ты не шаришь, я понял. Ребят, объясните Владимиру в личку в его инстаграме, по какой причине именно он долбоёб. Мини-Нилс. Пиздец никнейм. Хороший. 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 Мини-Нилс. Это, знаешь, какой-то бьюти-блогер. А я не знаю, мне почему-то это какие-то шоколадки для высера чего-то. Прямо ну, сожри и высрись. Ну, типа. Мини-Нилс. Никита Нелюбин. Шутка. О, там это, как ее? Момо? Момо, бля. Ой, как меня бесила эта хуйня. Варио, буча. Купил как-то мужик китайский калькулятор. А калькулятор просит в листве ответ. Нихуя себе. Робик Удре. Стрикою шевелюра, бля, там на аватарке. Это синий балаз. Сотрудник крематория чихнул на работе и теперь не знает, кто где. Гани-гани, блядь. Гани-гайне, блядь, гани-гайне, лё... Да пошёл ты в пизд... Шут очко! Как зовут вампира, который пьёт только мужскую кровь? Вампидер! Так тупо, бля, ну охуенно! А чем тупее, тем лучше на самом-то деле всегда. Паша Ермолаев. Шукотча. Никогда не спорьте с массажистом, он всегда знает, на что надавить. Скобочка. Завсегдатый ГУЛАГа. Шутка. Испугаются ли близнецы, если во время кормления мама скажет: «Летит самолетик». Я хочу близняшек. Охуенная, бля. Ну, блин, парень из ГУЛАГа мог сказать хуже, я не думаю. Я не думаю. Максим Бюрофист. Хуя фанат PewDiePie. Шуточка. Если Пескова после смерти кремировать и засыпать его прах в песочные часы, то они будут постоянно врать. Кто с Кремля поймет, да. Кремлебухты, подписывайтесь. Не надо, не надо, не надо. Данил Арифов. Какую фразу ты не хотел бы услышать, когда твоя жена рожает двойню? Ну ничего, первый, блин, комом. Блять, ну, если... Че, она села на него, или чё? Лягушка. Заходит грустный еврейский мальчик на кухню. Мам, купи собачку. Нет. Мам, ну купи собачку. Нет, Фима. Мам, ну пожалуйста, ну купи собачку. Фима, иди продавай свою собачку. Ну, это, так она зашла. Это классическая еврейская шутка. Вот в Одессе один в один юмор про все вот такое, я тебе отвечаю. Ну все, Вова сейчас чик-чик, и он нахуй идет. Да, всем пока, я пошел. Досмотрели, респект таким ребятам. Пожуй-ка мой х**. Это там ничего не сказал, на самом деле, просто пропикиваю. Я молчу в эти моменты, никакого мата, завали еб***. Тоже на самом деле не докажешь. Что ж, видео здесь каждое воскресенье. Меня зовут Олег. Я буду очень рад, если вы подпишетесь на мой инстаграм, допустим, потому что там я выкладывать собираюсь другие немножко вещи, не связанные с ютубом, возможно. Я не знаю, с чем, ребят, это тайна. Я ж такой долбоеб. Не знаю, успел запикать, нет. Приятных вам каникул, отпусков или рабочих дней. Увидимся, как всегда, в воскресенье, может быть, еще в четверг. Скоро покажу вам свою новую тачку. Всем пока. Сосите хуй. Не-не, ничего не сказал. Хуй. Оно не дает мне хуй. Владимир Владимирович не говорит тоже. Не получается.